Діти є діти, цілком природньо вони можуть посваритися. Цікаво, через що сваряться ваші діти? Та як ви даєте цьому раду? Запитаємо у миколаївців. Ой, через усе. Але як сварились, так і мирились. Інколи втручались, але завжди доставалося і одному, і другому, щоб вони знали, що вони рівні. Ну, всі ругаються. Тому що дочка старша і хотіла бути сюди вище, а син менший і хотів теж командувати. Ну, як діти сварились, мабуть. Баловство. Балуються вони. Ну, говорили, щоб не балувались, не дрались. Такі поради. Ну, які поради? Нічого страшного не просто, баловство. Тому що різний пол, мальчик і дівчинка. А як ви давали цьому раду? По-різному углам розводили, і все було нормально, все хорошо. А взагалі, я казала, що ви братик і сестричка, і маєте ділитися, маєте поступати друг другу, і взагалі треба якось, не знаю, жити, поділитися напополам. Менше завжди ділився зі старшою, коли приносив конфетку кожну наполовину. У мене одна, вона зі мною ссориться, тому що шоколаду багато кушати не можна. Потому что телефон мамин нельзя, потому что компьютер долго нельзя. Но пытаюсь с ней договориться как-то, найти общий язык. Не, у нас пока все нормально. Главное – это уважение к детям и дети друг другу, и любовь – самое главное. Отож, конфлікти між дітьми у родині. Що в цьому випадку робити батькам? Дізнаємось далі в розмові з гостею. Наша постійна ранкова гостя, наш експерт Анна Демір-Полат, психолог. Так, доброго ранку. Кажете, що сніг за вікном, а ви добиралися, щоб поговорити на цю актуальну тему. Отож, дійсно, конфлікти між дітьми, да? В когось там декілька дітей, двоє, троє, дуже часто закінчуються конфліктами, і, зокрема, доволі дуже серйозними часто. Що робити батькам? Давайте розбиратися. Смотрите, що таке конфлікт сам по собі? Що відбувається во время конфлікту? Это некий такой, да, взрыв. Взрыв эмоций, можно его представить прямо, да, то есть взрывается. Что-то взрывается, и что после этого? Наступает некая такая тишина. Да, то есть конфликт – это разрядка, эмоциональная разрядка детей, взрослых в процессе своего взаимодействия. То есть что же происходит? Почему вдруг такой взрыв происходит? Ведь он не происходит сам по себе. Естественно, вот этот заряд энергии, он понемножечку, по капельке накапливается. То есть накопился, разрядился. И здесь как раз, если говорить по этой теме, вот именно конфликтов и ссор детей, очень важный аспект, про который, наверное, сегодня и стоит, ему стоит очень уделить внимание, это про эмоциональное поле семьи и вообще про эмоциональное состояние ребенка. То есть конфликт, он никогда не бывает просто возникший на пустом месте. Естественно, напряжение собирается. И если, например, какое-то вот надо сразу же успокоить родителей, что какое-то незначительное проявление там агрессии друг к другу, конфликта – это норма. То есть это происходит, это нормально, тем более дети, сестры, братья, да, то есть они люди тоже, они развиваются, они в процессе взаимодействия на свои какие-то действия могут увидеть просто обратную связь, что если я так поступил, то это как-то кому-то не нравится, или это кому-то как-то подходит, да, то есть мне нужно что-то, может быть, менять для того, чтобы взаимодействие было менее конфликтов. То есть дети таким образом также познают мир, и вот то, что у них, это даже с одной стороны это здорово, да, плюс конфликтов, что они есть, но, конечно, когда конфликты перерастают в ссоры, битье ногами, руками, да, вот до таких вот утрированных вариантов, тогда уже стоит задуматься и побеспокоиться все-таки, почему они происходят. До ворожнечі доходить, страшні речі. Да, і ось тут навіть потім виростають ці діти, да, і з друг другом не спілкуються. Но чаще всего, если говорить про научные наблюдения, да, то есть про какие-то исследования, то наличие таких конфликтов всегда говорит, в принципе, о том, что происходит в самой семье. То есть есть такое понятие триангуляции, то есть такого треугольничка возникающего. Сначала в паре существует диада, то есть двое человек, муж и жена, они как-то взаимодействуют. И если вот между
между ними возникает напряжение, которое растет и растет. Оно может возникать в связи с естественным развитием, опять же, отношений или семьи. Если это напряжение вырастает, вот, например, там, да, 50% у мужа, 50% у жены, то выдерживать его становится в какой-то момент просто невыносимо. И тогда происходит, появляется что-то третье. Угу. И вот это и называется, да, это триангуляция. Что-то третье может быть конфликтами между ними. Это могут быть конфликты между детьми. То есть это могут быть заболевания, это может быть заболевание одного из супругов. И очень часто это заболевание, причем какого-то невротического такого характера у ребенка. То есть конфликты у детей – это принцип, признак некоторой дисфункции именно внутри семьи. И если говорить именно чего, да, конкретно, то очень важно в семье, на что мы, может быть, раньше так сильно не обращали внимания. Родители, например, ходят себе на работу, да, вот наше поколение возраста, там, ну, может, даже 30-40 лет людей, да, родители ходили на работу, приносили материальный достаток и считали, что вот одели, обули, накормили, все, значит, все хорошо. Но на самом деле вот тот эмоциональное поле, то тепло, тот контакт, который происходит между членами uh-huh. семьи, является, наверное, основополагающим в развитии семьи, в том, чтобы этих конфликтов, естественно, было меньше. И это поле, оно просто так, естественно, не возникает. То есть это нужно делиться своими эмоциями. Да? И сегодня как раз это возникает понятие, что эмоциональное поле ребенком просто считывается, да, он считывает, напряжение это ему становится невыносимым, куда-то это напряжение нужно снять, и когда он снимает, например, там дерется со своим братом или там с кем-то там во дворе на улице, да, то есть оно-то вот так вот переходит. Поэтому, если сегодня мы говорим о том, что мы хотим уменьшить конфликты, то, конечно, нужно обратить на то, как мы общаемся с друг другом, да, как мы друг друга поддерживаем в нашей семье, вот на вот этот фон, эмоциональный фон, насколько действительно наше общение, которое существует между нами, комфортно мне и тебе, да, насколько действительно я могу в семье получить, вот это касается как раз родителей, да, то есть насколько они в семье могут почувствовать себя уверенно, спокойно, защищенно. Когда в это поле, то есть у родителя есть... Тобто тут не варто шукати проблеми у серед дітей, що от вони просто щось... Тут треба в батьках шукати. Є, звісно, діти, понятно. Є сьогодні, наприклад, ребенок з определенним типом нервної системи, темперамент холерик, і, звісно, коли він дуже активний, йому потрібно вот, багато енергії куди-то розмістити, понятно, що він може где-то і розмістити його в якусь драку, в цю активність. Да? Но ми, як сімейні системні психологи, ми вивчаємо систему. І, звісно, дуже часто наблюдаємо вот ці вот взаємосвязи. Что, да, что и ребенок является только частью, элементом общего того, что происходит. А вот такие запитання, глядачів, конкуренція за батьківське кохання. Я в кілька словах розкажу, що у родині двоє дітей, і от вони сваряться, тот хоче, щоб той був гіршим для того, щоб його батьки не сварили, а мене полюбили більше. Ой, що робити в даній ситуації? Це дуже часто. Так, да, конкуренція часто, за батьківську любов, я б так назвала. Да. Конечно, любовь, вот смотрите, опять же, из-за чего конфликт, из-за любви, из-за тепла, из-за того, что вот хочется это иметь рядом с собой. То есть какого-то может быть и недостатка этого тепла, да? Но здесь родителям нужно, конечно, иметь определенную свою позицию. И вот если, например, в семье был такой у меня один случай, когда отец тихонечко отводил дочку, которая в семье, ну, не могла так много любви получить от мамы, потому что мама занималась меньшим ребенком, да, отводил ее в другую комнату и говорил ей: я тебя люблю, ты меня все равно лучше, чем другие там девочки в нашей семье, да, вот ты у меня самая лучшая. Но таким образом он искренне пытался ей дать любовь, то, что, в чем она нуждалась. Но по факту он формировал что? Конкуренцию между детьми. Вот здесь как раз, понимаете, избежать в принципе этой конкуренции достаточно сложно, потому что дети все равно, да, то есть некий такой кризисный этап, когда ребенку нужно адаптироваться и понять, что есть младший братик или сестричка, и, конечно, он сейчас нуждается, да, то есть это некая такая сложность, и нам важно здесь постоянно давать посыл ребенку, что тебя любят, что ты у нас ценный, да, то есть ты для нас ценен, что нету никаких сравнений вас, там кто-то лучше, кто-то хуже, вы для нас равноценны, вы наши дети, и любовь мы отдаем вам всю, которая у нас есть, и тебе одинаково, и тебе одинаково. И вот когда вот такой посыл в семье есть, то это очень здорово. То есть детям тогда, да, то есть, хотя, может быть, они и пытаются конкурировать, но они слышат от мамы или от папы четкую позицию, что никогда, никогда не будут. То есть, и, конечно, это важно также и потом и проявлять, да, то есть
не давать, например, кто-то лучше делает что-то в семье, и тогда пусть он делает, и пусть она там и кушать варит, и пусть посуду моет, и все делает, раз у нее лучше получается. А вот у нее не получается, она такая вот слабенькая, у нас там, например, другая дочь, да? То есть здесь очень важно, да, распределять, вот смотреть, как вы распределяете какие-то обязанности, как вы относитесь, равноценно ли это, то есть про некое такое равновесие. Естественно, способности и возможности у каждого ребенка разные. И с учетом этого детям просто прояснять эту ситуацию, что у нее, например, это лучше получается, да, то есть поэтому вот так как-то, да, а, например, у тебя может получиться что-то другое лучше. И очень важно как раз ставить акцент не на вот те качества детей, которые у них слабые, да, то есть, а вот действительно делать акцент и без «но». Да, то есть помыл посуду, сделал хорошо, какой ты молодец, посмотри, как ты чисто помыл посуду, да, то есть посмотри, ты сложила все тарелочки, например, на место там, или убрал в комнате своей, как хорошо застелил кровать. То есть вот когда посыл такой даете без «но», да, что там уголок не так, что вот так не положил, дайте этот посыл, и тогда ребенку хочется больше делать. Обратите на ту часть, которая лучше, и тогда действительно и ребенок впитывает вот эту любовь. Он прописывает себе, да, внутреннюю такую программу. Меня принимают, я действительно делаю что-то вот действительно нужное для своей семьи. Ему становится спокойно. Но здесь очень важно вот этот посыл действительно давать в семье каждому ребенку. А вот такий коментар від дописувач, що от у однієї з мами, Валентина звуть, одна із тактик – не втручатися. От навіть інколи доходить бій до подушок, навіть такі невеличкі бійки, але от вони до останнього не втручаються. Ну от смотрите, опять же, ребенок маленький. Да, то есть, конечно, в какой-то степени вы смотрите, насколько это безопасно, когда я не вмешиваюсь. Действительно, иногда не надо родителю всегда присутствовать во всех ссорах и драках. Но если вдруг ссора, которая уже небезопасна, здесь стоит разобраться. Но опять же, когда родитель начинает разбираться, то что мы начинаем делать? Выяснять, кто прав, кто виноват. Так, кто первый начал, почему ты это сделал, вот, и мы вот как бы на этом поле, скажем, еще больше уводим детей в больший конфликт, потому что кто-то обязательно останется виноватым. Здесь как раз... Здрасте, кто-то будет стоять и слушать. Да-да-да. А разобраться действительно, кто виноват, поверьте, очень сложно. Угу. Там уже, когда подушка на подушку, да. Вот. Тогда здесь как раз вот важно выслушать чувства ребенка. Вот спроси, слушай, как ты себя сейчас чувствуешь? Ты расстроился, я вижу, тебе сейчас нехорошо. Ну смотри, и ему тоже нехорошо. Вы сейчас оба расстроены, да. То есть так получилось, что как-то не получилось у вас договориться. Это вызывает сейчас вот такую ситуацию, и кого-то это злит, кого-то это раздражает. То есть вот описывать вот эти эмоции и чувства. И как раз, когда ребенок, когда мы их проговариваем, то есть они выходят в сознание ребенка, уже становится легче. Уже становится немножко проще выслушать другую сторону. Мои чувства приняты, их увидели. А вот принятие – это то, что нуждается в том ребенок, в каком бы он состоянии ни был. Да? И вот когда вы эти чувства у двух сторон приняли, тогда немножечко конфликт поубавился. Да? Исходя из того, как вы себя плохо чувствуете, смотрите, что мы можем сделать, чтобы все-таки вы чувствовали себя лучше и такие ситуации не повторялись. И мы сразу переходим в поле решения, а не кто виноват. От я от найголовніше зрозуміла посил, що варто кохати, от бути прикладом у родині, не сваритися, тому що дійсно кажуть, виховуй не дітей, а виховуй себе, тому що діти дійсно беруть. Так, із нас приклад. Дійсно, погоджуюсь з вами. Дякуємо вам. Хоч я ще хотіла вам задати тисячу одне запитання, але як завжди, час лети дуже швидко. Я думаю, ми обов'язково ще будемо торкатися цієї теми. Я нагадаю, що у нашій ранковій студії була Анна Демір-Полат, сімейний психолог, уже наш психолог нового дня, який завжди ретельно, детально, лаконічно розповідає, як поводити себе у тій чи іншій життєвій ситуації. Чекаємо вас вже наступного вівторка. Дякуємо вам.